Но если человек совсем только одну сырую ест, постепенно, это вот сыроедение, это метод очищения организма. Человек может сырую пищу есть полгода, допустим, у него очищаются тонкие каналы, он как омолаживается. Но если он дальше начинает есть сырую пищу, то начинаются следующие вещи происходить. Его психическое тело начинает очень сильно напрягаться. Первые признаки перенапряжения — нарушается сон у такого человека, и он не может с людьми общаться. Он становится сильно чувствительным, и он не переносит людей. Это признак, что надо уже начинать вареную пищу есть. Он не болеет, такой человек, тело не болеет, но он не может спать нормально, и у него с людьми проблемы в отношениях идут. Поэтому баланс где-то такой, 50 на 50 где-то в среднем у людей. Кому-то 40% сырой, 60% вареный. Если человеку холодно постоянно, он скован, постоянно мерзнет, значит, ему надо где-то 40 на 60, 40 сырой, 60 вареный. Какая пища нездоровая? Если в пище, допустим, вы варите пищу, и она как каша вся, и она не промасленная, это нездоровая пища. Если вы варите что-то, все должно быть промаслено. Допустим, рис должен быть зернышками отдельными, и все должно быть промаслено, тогда пища. А если вы как кашу рис сварили, там нет масла в нем, это нездоровая пища, она не усваивается. Потому что пища усваивается только, когда есть масло. Масло, каждую частичку пищи масло должно окружать. Не бойтесь промасливать пищу. Самое полезное масло в мире — это топленое сливочное масло. Оно никогда никому не вредит. Но если его есть в обед, только днем. Утром и вечером можно использовать растительные масла. Горячие масла растительные — это оливковое масло. В нашей местности оливковое, подсолнечное являются самыми горячими маслами. Они могут вызвать гастрит. А холодные масла, которые, ну, успокаивают пищеварение, не дают перегреваться организму, это виноградное масло, льняное масло и кукурузное. Но оно такое не сильно, оно такое нейтральное, кукурузное. Менее горячее, конечно, чем подсолнечное. И самое горячее, конечно, это оливковое масло. Нужно все это знать, изучать, как кушать правильно. В обед мы кушаем все виды вкусов. Вечером надо пресную пищу есть. И перед сном где-то за час, за два хорошо выпить горячее молоко с медом. Оно сильно расслабляет психику и дает оптимизм на всю ночь. Сон налаживается у человека. Бывает, люди не переносят молоко. Тогда можно просто сухофрукты поесть на ночь, вечером. Или тушеные овощи, такие как кабачки, патиссоны, тыква, баклажан. Все овощи, которые растут над землей, они успокаивают. Под землей корни, они возбуждают, их только в обед можно есть. Они, ну, на Луне не растут корни. Корни растут под влиянием солнца. Когда солнце восходит, начинает дерево оживать, корни начинают расти. Если женское бесплодие лечится молочной пищей, энергией воды, земли, молочной пищей и овощами над землей, тыква, кабачки, патиссон, баклажан. Мужское бесплодие лечится энергией солнца и воздуха и лечится корнями, свежими корнями, такими как морковь, свекла, пастернак и женьшень еще сильно лечит мужское бесплодие, корень женьшень. 80% бесплодия у людей идет от нехватки энергии. Понимаете? То есть есть женская энергия, бывает не хватает, бывает мужская. Люди думают, что им не хватает таблеток, они начинают таблетки там пить какие-то, думают, что это им поможет. Нет энергии в организме, таблетки не помогут. Допустим, вы сбалансировали полностью питание человека, вот все идеально ему сделали. Но если у него нет огня пищеварения, у него ничего не переварится. Хоть сбалансировано, хоть нет. Понимаете, это означает сила. Сила важнее, чем баланс.
Вот если у женщины есть сила, там у нее чуть-чуть что-то не сбалансировано, она все равно зачнет и вынесет, и нормальный ребенок родится. А если нет силы, то хоть как балансируй. Лекарства, они просто балансируют, они силу не дают. Силу дают только стихии. Только земля и вода дают силу. Поэтому в древней культуре женщину заставляли долго идти вдоль речки. Долго-долго, 10 километров. А потом зарывали ее в песок мокрый. И она там сидела несколько часов. Такой метод лечения бесплодия. Вот такая штука. Она сначала в динамике получала энергию воды и земли, а потом еще сидела там внутри. То есть светит солнце. Не то, что вы там в мороз зарылись. Светит солнце, то есть приятное тепло, песок теплый. И она сидит вот под солнцем, и вода рядом, на берегу реки. Понятно система?